проедемся чуть-чуть в районе элеватора. Там подписчики просили снять там лесосклад, остановку и тому подобное. Ну вот мимо проедем сейчас. Улица Ворошилова, бывшая Байзак Батыра, нынешнее название. Вот элеватор прямо. Чуть-чуть проедемся, посмотрим, потом там улицу одну просили заснять, мы позже, после как проедемся, еще снимем. Вот такая вот здесь, особо ничего не изменилось. Дорога, те же железнодорожные пути остались. Я, если не ошибаюсь, впереди будет остановка лесосклад, или как он раньше были. Вот элеватор. Здесь раньше ходил 061 маршрут на Челдалу, на даче. 14-й, говорят, ходил. Вот, вот здесь баню вот такую построили. Так, вот здесь вот чуть-чуть вот этажки эти. Чуть-чуть моросит сегодня дождик. Здесь вот прям торговый центр. Одни торговые здания понастроили. Где кафе, вот такой Димка. Кондитерская, да, здесь тут торты продают. Ну, в общем, на этом пятаке можно все найти и купить. Ну, вот сейчас доедем мы до развилки, где на Казакова идет улица направо. Прямо будет, как я и говорил, Кумшагал, дачи. Вот такое вот сейчас нынешнее, так сказать, время. Сегодня у нас 18 февраля, да? 23 года. Вот отсюда уже на поворот на Казакова. Все, повернули и поедем дальше. Так, здесь вот проезжаем. Налево у нас Казакова улица. Через 200 метров поверните направо. Так, нам надо найти коммунальную улицу. Попросили улицу коммунальную снять. Там дом номер 6, по-моему. Вот здесь, наверное, направо повернем. Ну, вот, навигатор говорит направо. Повернем. Так, вот. Так, что это за улица такая? Узенькая. Названий нет улицы, да? Так, дальше, дальше. Там многоэтажки, да, справа? Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Вот улица написана какая-то. Менделеева. Менделеева. Ага, это улица Менделеева. Такие улочки, кто здесь жил, тоже должен помнить. Мы чуть-чуть, я не ориентируюсь, здесь редко бывал. Поверните налево, а затем поверните направо. Так, здесь у нас чуть-чуть. Ага. Так, так. Здесь прямо нам надо. Коммунальная 6, да, говорит? Поверните налево, во двор. Ага. Это вот этот дом, что ли? Коммунальная 6. Ага. Сейчас я развернусь, это, оказывается, большой тут дом такой какой-то. Сейчас дети, сказать, снимают. Вы приехали. Так, развернемся. Выйдем.
Дом 6 просили коммунальный. Сняли. Так, выезжаем назад. Так, здесь как можно выехать? Ну-ка. Переулочки. Ну-ка, проедем здесь, может, кто что помнит. Менделеева, да? В эту сторону, вот элеватор прямо видать. Покатались чуть-чуть. Ну, сейчас все улицы, переулки у нас заасфальтировали, это хорошо, программа была, поэтому неасфальтированных улочек уже мало осталось. В основном везде асфальт. Вот налево сейчас повернем. Тоже Менделеева это улочки. 4-й переулок Менделеева. Так, а здесь куда можно? Так, вот товарищ высадить хочет пассажира. Ну ничего. Подождем. Пассажиру надо быстро. Вот сюда поедем. Здесь прямо уже все, на улицу Почтовая едем. Поэтому вот кто узнал, где, кто жил здесь, на этих улочках, вот такой маленький обзор по заявкам, так сказать. Так, едем по улице Казакова. Тут адрес, попросили дом снять, так сказать, Казакова 200. Ну, вот сейчас ищем по нумерации, где-то здесь. Так, вон там на дому сколько? Вот, 192. Вот этот пеноплексом обделанный. Ну, это значит 194. Вот этот 196 тогда с серой крышей. Тот 198 с красной крышей тогда должен быть. А следующий это будет 200, если я не ошибаюсь. Ну, тут вот на домах нету нумерации. Это 198. А, вот 198. Вот где... Серебристая Лада, это 200. А, или это к нему? Или 200, это тот маленький домик. Там домик в глубине, его и не видать. А вот 202, да. Домик и не видать, он там за забором. Так что вот такие вот дела. Только можем показать забор. Сейчас вот сзади, да, сдадим. Улица Щусева, 136, вот 138 дом. Вот такой дом, Щусева 138, там мне писали. Вы приехали. Вот такая Щусева, сейчас до конца доедем, посмотрим. Сегодня у нас какой, 18 февраля. Тепло, плюс 5 вроде бы обещали. Через 2-3 дня уже до плюс 15 будет. Поэтому вот такая погода. Ну вот она, улица Щусева. Маленький такой заказик. Мимо ехали, решили пофотографировать на видео. Вот такие пироги. И вот там дальше тупик. Так, улица Сеченова. Тут
Дом 6 просили подснять. Вот здесь так сейчас едем, видим Сеченова. Два, да? Ага, если это два. Ну, наверное, вот этот желтый дом. Вот так улица Сеченова сейчас выглядит. А вон еще что это? Вот Сечина 6, вот да. А вот этот домик. Маленький домик. Вот в обратку мы выезжаем просто. Сначала оттуда заехали, теперь назад. Вот Сеченова 6, вон зеленые ворота будем сейчас проезжать. Вот здесь все изменилось, практически все новые дома, большие построения. Вот один шестой дом остался маленький. Будет, вот он, да? Ну все, и вот так на главную улицу выезжаем. Налево будет улица Украинская. Это Кунаева сейчас называется. Сейчас мы на нее выйдем, где светофор. Вот. Кунаева. А это Айтикиби, на которой мы стоим.